разве душа мамы и ребенка не связаны? Нет, конечно. С чего это они будут связаны? Ну, с чего она связана? Что душа родила душу или что? Ну, то есть, ну, тем более вы никакого отношения к рождению не имеете. Вы принимаете, так скажем, материал, который делят клетки, и зарождается ребенок. И потом вы его производите, так скажем, ну, опять же, не вы, а все заточено без вас, производите на свет. Какое вы отношение имеете к душе? Никакого. К телу, ну, плюс-минус, да. Ну, собственно говоря, все заложено, все делается без вас. Вы же не делите клетки, не распихиваете этот сперматозоид, иди отсюда, этот иди сюда, вот сюда залази, сюда, я тебе говорю, давай, вот эта скотина, да лезь, я тебе говорю. Вы что-то делаете? Нет? Ну, давайте не будем включать какой-то там, вот, я ж мать. Я вот просто общаюсь, надеюсь, с адекватными людьми. То есть вы никакого отношения не имеете к этому. Все заложено и делается без вас. Ну, единственное, только не бухайте напропалую и там не курите по 8 пачек. Ну, не убивайте свой организм, и то за это время его убить невозможно. Тем более у вас очень, очень повышенная живучесть, выносливость и все остальное. Поэтому ни о какой связи с душой быть не может совсем. Вы не делали эту душу, и вы к ней отношения не имеете никакого. Ну, давайте будем вот как-то трезво смотреть на все на это. Так же, собственно, как и к ребенку, к его рождению вынашиваете уже. Наш язык заплетается. Но это не ваша забота. Вы ничего не делаете. Потому что эта штука, детородный орган, вставлен в вас от других существ, наверное, так скажем. Наша конструкция – это сборная, ну, как лего. И люди – это единственные, как нас назвать-то, млекопитающие, которые, женщины, которые зачастую очень плохо выносят, ну, страдают всякими побочками, когда вынашивают ребенка. А все остальные персонажи, которые здесь живут, всякие тут коровки, овечки, обезьянки и прочие всякие штучки, они просто, о, что-то выпало, о, понюхал, облизал подмышку и пошла, да. То есть, ну, никаких не испытывают. Ну, а у нас вот так вот. И, ну, в общем, это целая тема, достаточно интересная. Если захотите, пишите, я отдельно пообщаюсь, расскажу то, что знаю по этой теме.